Огромная фреска с аятом Корана недавно появилась на одном из мостов Мекки. Украсить город таким образом решили местные власти. Для реализации данного проекта были приглашены 15 саудовских художников, которые с радостью откликнулись на данное предложение. Для создания настенной каллиграфии мастера работали 70 часов в течение 2 недель. И все безвозмездно для любимого города. Честно говоря, я очень вдохновилась и очень горда той работой, которую мы выполняем. Я считаю, что Мекка достойна этого, и мне хотелось бы продолжить участвовать в подобных проектах. Фреска была написана в стиле современного искусства арабской каллиграфии Сунбули, созданная в начале 20 века турецким мастером. Длина настенной росписи составляет 33 метра. При работе художники использовали 6 различных цветов краски. Теперь мост Аль-Авали украшает 126-й аят суры Аль-Бакара, в переводе означающий «О Аллах, сделай этот город безопасным». Это наш небольшой вклад, это подарок для города Мекка, который украсит его. Мы надеемся, что всем понравится. Местные власти считают, что яркие картины в общественных местах сделают город намного ярче и позитивнее. А также таким образом молодые саудовцы смогут проявить свои таланты и почувствовать больше социальной ответственности.